Балетный вальс выпускники репетировали несколько дней, но сегодня их мысли не о правильных пируэтах и изящных па. Годы учебы позади, впереди новые горизонты. Последний звонок в Самарском лицее информационных технологий – момент радостный и грустный одновременно. Волнение, да, есть, конечно, мандраж такой, радостный мандраж. Ну и грустно, конечно, расставаться с учителями, конечно, со своими одноклассниками, которые мы сплотились. Своих эмоций не могут сдержать и преподаватели. За эти годы дети стали уже родными и любимыми. Но отпускать их во взрослую жизнь не страшно, признаются учителя. Когда вот их берешь в пятом классе, они еще такие, ну, маленькие, наивные. А сейчас передо мной уже взрослые юноши, девушки, уже со сложившимся характером. Они знают, чего они хотят добиться в жизни. И вы знаете, у меня замечательный просто выпуск. Такие замечательные дети. Они такие талантливые. Последний звонок прозвонил сегодня для 40 тысяч выпускников. Как 9-х, так и 11-х классов. Этот выпуск считается одним из самых перспективных. Претендентов на медаль в этом году почти 2 тысячи человек. 13 выпускников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Ресурсы сегодняшних выпускников, они очень значительны. Это связано с теми изменениями, которые происходят в системе образования за последние годы. Очень серьезное внимание уделяется повышению квалификации педагогов, развитию различных профессиональных конкурсов, конечно, стимулированию результативности работы педагогов. Но главное испытание у школьников еще впереди. 29 мая пройдет первый единый государственный экзамен. Однако рубеж между детством и взрослой жизнью одиннадцатиклассники уже преодолели. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.